devi ascoltare, io non sei stato distrutto nelle esplosioni. Allora, abbiamo finito? Sì. Ok, adesso lasciamo stare, non fregiamo nessuno, adesso facciamo in diretta, sto già in diretta, ok? Fate bravi. No, adesso basta studiare, riposatevi, rilassatevi, meditate. Ok. Ну что, я хотела настроить, как получилось, так получилось. Наверное, не будет слышно. Ну, попробуем. Buonasera, Curicini. Dove vai? Ok. Vuoi salutare Curicini? Vieni. Come si dice? Добрый день, наши хорошие. Buongiorno, Curicini. Добрый вечер. Adesso вечер. Вечер, vuol dire? Sera. Sera. E tu chi sei oggi con queste cose lì? Bambola. Bambola assassina? No. No? Bambola. Va bene. Adesso vuoi. Che giorno è? Четвертого? Третьего? Третьего. Третьего января 2021 года. Наш первый прямой эфир после новогодней ночи. Фабио возле камина смотрит сериал, отдыхает. Мы, как и у всех, наверное, будние дни после Нового года спокойные, непонятные. Что мы сегодня будем делать? Я решила сегодня использовать все наши ананасы, которые мы приобрели еще до Нового года, и они уже практически вот-вот завтра, послезавтра уже будут несъедобные, поэтому нам надо что-нибудь быстренько с ними сделать. Что мы сделаем? Я решила сделать такой рецепт: маринованные ананасы в руме, так как у нас осталась баночка с румом. Помните, у нас был прямой эфир, когда мы пробовали артишоки и разговаривали о Рождестве в Италии. Вот, у нас осталась вот от каштанов такой вкусная заправочка рума с какао немножко. Мы его используем. Значит, что мы будем делать? Давайте вначале порежем на кубики ананас. Давайте посмотрим, если я еще помню, как резать правильно ананас. Хочу вам показать метод, который использовали в ресторанах, обычно используют на подачу именно ананаса как десерт. Вот такую красоту подают в ресторанах, чтобы удобно было кушать или вилочкой десертной кусочками, да, или зубочисткой.
Съедобно, вкусно, естественно, без твердой сердцевины, которую мы поднимаем и обрезаем. Все просто и вкусно. Сейчас мы сделаем вот такие кубики и используем их для маринования. Ciao, Ksenia, vuoi? Assaggio? Assaggio il mio ananas? Ciao. Questo potete mangiare? Buono. Buono, sì. Bene. Если у вас много гостей и только один ананас, вы можете это сделать маленькими такими порциями, одноразовыми, да, и уже готовыми к употреблению кубиками прямо на кожуре ананаса. Очень удобно и красиво. Thank you.
Так, я не сенту ненки. Почет, я уже ночью. Дайте дому. Дайте дому. Подумай. Получше. Ну, а моем директе, ну, помните, я дома. Ну что, вот такие кубики ананаса у нас получились. Практически не трогай руками. Мы приготовили кубики ананаса, чтобы их сейчас замариновать. Сейчас мы их замаринуем чем? Немножко лимончика, немножко сахарной пудры и оставим немножко впитаться. Есть рецепты, которые вместе с маслом сливочным я, честно говоря, никогда не пробовала. Давайте попробуем. Вместо обычного лимона и сахара сделаем еще и со сливочным маслом. Немножко их потушим на сковородке.
Что мы сделали? Мы добавили сливочное масло, добавили сахарной пудры. Сейчас добавим наши кусочки ананаса и дадим немножко потушиться 5 минуток. Напоминаю, что мы добавили сливочное масло, немножко сахарной пудры. Если у вас нет сахарной пудры, можете добавить любого сахара. Сейчас мы кладем кусочки ананаса и буквально их обжарим минут 5. Потом выключим и добавим наш рум. Посмотрим, что получится. И сделаем половину маслом, половину без сливочного масла. Окей, пока наш ананас со сливочным маслом и сахарной пудрой протушивается, буквально 5 минуток, мы начинаем делать вторую порцию ананаса, кусочки ананаса, которые мы предварительно порезали вместе с вами, без сливочного масла. Просто лимонный сок, сахарная пудра и немножко рума. Вот наши кубики ананаса. Мы добавили сахарную пудру, лимонный сок и немножко рума. И оставим отдыхать на часика 2. Я думаю, что это будет очень вкусно. Пойдем проверим наши ананасы на сковороде, которые мы делаем другую порцию. Вместе со сливочным маслом. Первый раз я делаю так. Посмотрим, что же получится. На вид очень вкусно. Кусочки ананаса у нас не маленькие, поэтому я думаю, что 5 минут, может даже немножко больше понадобится. Я их на большом огне, напоминаю, добавила предварительно, мы обдали их лимонным соком и сахарной пудрой немножко. Затем мы растопили сливочное масло, добавили немножко сахарной пудры или просто сахара и добавили наши кусочки ананаса. Затем
мы дадим остыть, выключим через 5 минут, дадим остыть и добавим рум. Это второй рецепт маринованных ананасов, в котором использовали сливочное масло. Так, давайте найдем посуду, куда же мы эту красоту. Эту красоту. Ну что, я думаю, что они готовы. Смотрите, начинается карамелить, как карамель, да? Как только вы видите, что оно немножко уже появляются пузырьки и консистенция похожа на карамель, такая карамелевая консистенция, я думаю, что мы уже можем его выключить. Давайте попробуем. Конечно, это лучше, чем варенье, более натуральнее, поэтому советую вам сделать тоже его. Все, выключаем. Ой, сколько у нас тут дыма. Allora, avete finito a fare casino? Вы закончили шуметь? Sto giocando. Certo. Dove siete? Come faceva la mamma ieri? Non era domani? Domani usiamo? Computer. Это не смея смеются. Где наш камин? Siete pronti a mangiare ananas? Вы готовы? Ho pulito io. Вы готовы ананас пробовать? Давайте сейчас его засервируем. Мы сейчас, что мы сделали? Сейчас напоминаю. Сейчас напомним. Все напомню, что мы сделали. Ragazzi, senza casino, ножку. Ну что, напоминаю, что здесь маринованные ананасы, которые мы предварительно с вами нарезали. Я вам показала вид нарезки такой быстрой, самой быстрой, скажем так, и эстетичной, и красивой, да? Значит, мы добавили сюда сока лимонного, сахарной пудры и рума. Рума можно бренди, в принципе. Ну, конечно же, надо дать настояться. В принципе, на завтра они будут еще вкуснее. Второй же рецепт мы сделали со сливочным маслом. Мы предварительно обдали лимончиком, соком лимона. Затем на сковороде растопили сливочное масло вместе с сахарной пудрой. Добавили кубики ананаса и хорошенько протушили их минут 5-7. Сейчас дадим остыть немножко и добавим тоже рума. И тоже это через 2-3 часа будет очень вкусно. Ну что, я думаю, что мы не будем ждать 2 часа, попробуем сразу. Sì,
Джорджа, ragazzi, идите, возьмите, попробуйте моего ананасика. Джорджа, forza. Allora, vieni qua. Questo per Fabio con. Ma volete? Questo sì, per Fabio. E questo per te. No, io freddo non lo mangio. Ah? Io freddo non lo mangio. Mi viene tutto l'aspro. Va bene, mangi volente allora. Portalo questa, Fabio. Vado a assaggiare tutti e due. Quale vi è piaciuto di più, ditemi? Uno o l'altro? Я сейчас засервирую. Это, кстати, не обязательно делать с румом, можно делать с любым спиртным напитком, ликерчиком. Ну, конечно, рум, он более в этом более использует рум или бренди. Значит, здесь ликер из черники. Вот здесь осталась черничка. Я сейчас ее положу на низ и наверх ананасик. Я думаю, что это будет очень вкусно. Com'è, amore? Buono. Quale ti piace di più? Ma è quello bollente. Ma è tutti e due. Ma è quello bollente. Infatti sto bevendo pure il sotto. Ma preferisco quello... Sto bevendo pure il quello... Quello freddo? Sì, anche. Посмотрите, какая красота получилась с ликером из черники. И плюс холодные, холодно-маринованный ананас. Напоминаю, что мы сделали как холодно-маринованный, так и горячо-маринованный. Ну, конечно, ему дать надо остыть, поэтому один мы сделали со сливочным маслом и с сахарной пудрой, а другой рецепт мы сделали без сливочного масла. Я думаю, что оба рецепта, сейчас мы еще добавили как сервировку немножко черничного ликерчика. Amore, assaggia anche questo. Farò assaggiare questo. Dopo ti faccio capire. Farò assaggiare questo. Мне сейчас пробует. Фабио сейчас пробует. Ему понравилось два рецепта. Ну, я думаю, что это действительно вкусно. No, questo no, non mi piace. Perché? Quello che mi attivi. Troppo forte. Il succo di questo è buono. Il succo di questo bollente. Sì. Adesso deve raffreddare però. Appena si raffredda. Scusate, è un brutto momento. Sarà buono. Sì, è buono. Giorgio, fammi assaggiare quello lì che stai passando. L'hai appena assaggiato. No, aspetta che te lo do un altro. No, tanto sono tardi, mi sentivo solo, Giorgio, vieni qua. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. Оставайтесь с нами. Смотрите наши рецепты, наши прямые эфиры. Мора, салюта куричини. Чао. До свидания. До свидания. Оставайтесь. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. До следующего выпуска. Напоминаю, что сегодня мы узнали, попробовали вместе с вами сделать рецепт маринованных ананасов. Узнали, как их красиво нарезать. Посмотрите, вот у нас остались хвостики до ножки, да? Очень удобно. То есть получается, что ничего лишнего. Мы просто сервируем уже готовый к употреблению ананасик. Ну, в этом случае мы его кусочками порезали и сделали два рецепта маринованных ананасов. Один со сливочным маслом растопили и немножко протушили, а второй рецептик просто с лимонным соком, сахарной пудрой и румом. Спасибо вам большое еще раз. Оставайтесь с нами, фантазируйте, ешьте, живите и любите. До новых встреч! Обязательно смотрите наши рецепты и прямые эфиры. Пока!